В этом году в городе планируют ввести в эксплуатацию 3 многоквартирных дома, а 32 аварийки полностью расселить и демонтировать. Переселение людей из аварийного жилья проходит опережающими темпами, утверждают специалисты. Только за прошлый год из деревяшек выехали 500 семей. Освобождено 18 тысяч квадратных метров непригодного жилья. На этой стройплощадке на улице Нефтяников компания «Ленар» возводит трехэтажный двухподъездный дом. Работы здесь начались в апреле прошлого года. Завершить строительство планируют в июне, а к концу года эта новостройка должна быть сдана в эксплуатацию. Думаем, что успеваем. Как бы просто морозы взяли свое, то есть это именно январь, февраль месяц. На данный момент ведутся работы, это по отоплению, коммуникации. На объекте сейчас работы не производятся, в теплом боксе. Как только морозы спадут, перейдем, получается, уже на отделку и на фасад. В 36 квартир, здесь они, к слову, однокомнатные и двухкомнатные, будут переселены жильцы аварийок. Ремонт будет выполнен под ключ. По словам подрядчика, применяемая технология строительства хорошо подходит для климатических условий Крайнего Севера. Стены дома выполнены из газобетонных блоков и кирпича. Фасад будет утеплен и обшит керамогранитной плиткой. Кроме этого, подрядная организация выполнит благоустройство придомовой территории. У нас будет покрытие, асфальт, к подъезду будет эта брусчатка и также будет освещение до парковочных мест. Еще одна стройплощадка находится в районе третьей школы. Здесь уже возведено 2 трехэтажных двухподъездных дома, в каждом по 24 квартиры. Работы проводит подрядная организация «Центр развития инвестиционных проектов». Конструктивной особенностью наших домов является то, что жесткость самого здания обеспечивается железобетонным каркасом из сборных железобетонных конструкций. А ограждающими конструкциями являются МХМ-панели. Все материалы, которые применяются в строительстве, экологически чистые, то есть прошедшие сертификацию и все необходимые испытания. Сейчас дома уже утеплены минеральной ватной плитой. Фасад дома обшит металлическими кассетами, установлены стеклопакеты. В одном из домов уже проведено отопление. Здесь еще будет залита стяжка армированная. Также выполнены уже черновые работы по прокладке электрических кабелей под розетки, под выключатели, под электрическую плиту. Планировочные решения в новостройках разные, однако большинство квартир двухкомнатные. Все они будут полностью отремонтированы. Повышенное внимание подрядчик уделяет безопасности. Квартиры будут оснащены датчиками дыма. С внутренней стороны огнестойкость обеспечивается гипсокартоном. То есть это гипсокартон специальный, он огнестойкий, имеет очень высокую степень огнестойкости. Обшивать мы будем в 2 слоя. Кроме этого, будет выполнено благоустройство двора, установлена детская игровая площадка. В эти дома будут также переселены жители аварийок. Сегодня в Муравленко остается около 100 таких домов, а к концу 2026-го в Муравленко не должно остаться ни одного дома в деревянном исполнении. Из года в год город Муравленко отличается действительно высокими темпами переселения аварийного жилья. Благодаря поддержке губернатора нашего региона, благодаря поддержке правительства региона, значительные ресурсы финансовые выделяются на переселение. В 2020 году, если мы говорим о цифрах, было расселено 500 семей из аварийного жилого фонда, непригодного для проживания. В этом году планы у нас не менее, планку себе ставим не менее высокую. Порядка 600 семей планируется к переселению. При этом механизмы расселения, они в целом остаются прежние. Один из механизмов расселения – это выплата возмещения за аварийное жилье. Кстати, он же и самый распространенный. В прошлом году благодаря компенсации из аварийок выехали 378 семей. В этом году выделены тоже значительные средства, как и в предыдущие годы. Более 500 миллионов рублей направлены из окружного бюджета муниципальному образованию город Муравленко для расселения граждан из аварийного жилого фонда. Еще один способ – это переселение жителей аварийок в квартиры, приобретенные на вторичном рынке. Ежегодно расселяют горожан и в дома новостройки. В прошлом году в новые дома переехали 78 семей. В этой двухкомнатной квартире еще пахнет свежим ремонтом. Семья Лабутиных заселилась сюда в сентябре 2020-го. Еще недавно Юлия Лабутина, мама двоих детей, жила в деревяшке, где у нее была только комната. Документы на улучшение жилищных условий девушка подала 5 лет назад. Что переезд случится так скоро, даже не предполагала. У нас вообще была комната в квартире, и поэтому у нас забрали комнату, а дали нам уже квартиру из расчета, по-моему, 18 квадратов на человек. Но нам даже дали больше на 10 квадратов, то есть у нас предусмотрено было 54, а здесь площадь 63,8, даже больше. Мы вполне довольны, в принципе, у нас как бы тепло в квартире, и площадь хорошая, в принципе, все нравится.
Счастливых новоселов в этом году станет еще больше. В декабре 2020-го в Муравленко завершилось строительство 4 многоквартирных домов. Это более 6000 квадратных метров жилья или 119 квартир. Ключи от нового жилья муравленковцы начнут получать уже этой весной. Список домов, подлежащих расселению в 2021-м, размещен в официальной группе УМИ в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Алена Гафарова, Антон Иванов. Новости Муравленко.